И всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games, и мы начинаем новые путешествия в мире Space Engine. Начиная с этой серии, друзья, мы начинаем искать новые миры, новые объекты, путешествовать в межзвездном пространстве, в межгалактическом пространстве, искать новые миры с жизнью, возможно, где есть жизнь. Потому что я верю, что в этой вселенной, в нашей галактике, в других галактиках есть живые организмы, подобные нашему. Я думаю, что, скорее всего, мы не одни. Ну а перед началом данного видео хотелось бы выразить огромную благодарность всем своим спонсорам на канале. Спасибо, друзья, за вашу поддержку. Ваша поддержка меня мотивирует все больше и больше снимать путешествия в мире Space Engine и делать новые видео для вас. Ну что же, друзья, в данной серии мы отправляемся на нашей станции «Звезда жизни». Помните ее по прошлой серии «Путешествие во Вселенной»? Мы отправляемся в ближайшие миры от нашего Солнца. Да, мы, в принципе, можем подумать гипотетически, как говорят ученые, в ближайших звездных системах, таких как Альфа Центавра и некоторых планет, Кеплер, есть жизнь. Но мы не знаем с вами, мы же там не были. И вот сегодня мы отправляемся туда, чтобы посмотреть, а на самом ли деле мы не одни в жизни, в мире, во Вселенной, либо одни. Ну что же, начинаем наше путешествие. Я уже для вас здесь немножко в браузере звезд покопался и посмотрел некоторые планетарные системы, нашел планеты, ну, не совсем близкого расстояния от нашей Солнечной системы, и несколько планет я, так сказать, выделил для себя, где мы сегодня с вами рассмотрим и поищем, есть ли на них жизнь. Первым делом мы, наверное, отправляемся вот в эту звездную систему HIP-28530, 317 световых лет полетели. Путешествие не заняло у нас очень много времени. Конечно, в реальной бы жизни мы бы до этой звезды добирались бы миллионы лет. Даже, наверное, не один, возможно, миллиард. Но не суть. Вот такая звезда HIP-28530, и у нее также есть 9 планет, как в нашей Солнечной системе, и одна планета с жизнью. Не знаю, на этой планете я еще пока не был. Сейчас мы с вами все рассмотрим. Во-первых, на что бросается взгляд, мы близко находимся к какой-то планетарной туманности. Туманность Калифорния, NGC-1499. Так, а звезда, белая звезда, практически схожа с нашим Солнцем. Масса 1,23. А, это диаметр. 1,43 масса Солнца. Так, ну что же, пора рассмотреть планеты. 9 планет. И мы видим, здесь есть планета HIP-28530. Умеренная озерная супертерра с жизнью. Жизнь органическая, одноклеточная, морская. Так, что у нас? В принципе, расстояние от данной звезды 1,32. Состав атмосферы: азот, вода, аргон. А, простите, аргон. Немного углекислого газа. Температура 11,952. Парниковый эффект 12. Число лун 1. Ну что же, перемещаемся. Ну и мы вновь прибыли к данной планете. Наконец-то мы рядом с планетой, где есть, возможно, жизнь. Наша станция «Звезда жизни». Многие писали мне в комментариях название. Помните прошлое видео? Я вас просил, дайте название нашим двум кораблям. И больше всего мне понравилось название «Звезда жизни». С этой станции «Звезда жизни» мы на корабле под названием «Странник» сейчас попробуем спуститься на планету и рассмотрим все ее поверхности. Ну, вообще, можем посмотреть на местные красоты. Может быть, даже увидим растительность. Не знаю. Голубого цвета
данная планета смотрится как Земля. Такой голубой шарик. Умеренная озерная супертерра с жизнью. Да, здесь все-таки, мне кажется, больше, знаете что, жизнь на этой планете, наверное, только как бы зарождается планете 2 миллиарда лет. Ну, как сказать, на нашей Земле, наверное, по прошествии 2 миллиардов лет тоже уже зародились какие-то первые микроорганизмы. И... Так, даже у планеты есть Луна. Ну, я вам уже об этом говорил. Браузер системы. Так. Возможно, также молодая Луна, я не знаю. Теплая пустынная субтерра. Ну, в общем, давайте потихонечку спускаться на ее поверхность. Я уже отсюда вижу даже три действующих больших вулкана. И меня это начинает завораживать. Замерзшие или, не, или действующие? Разрозненные озера. Вода, вода, вода по... Сколько процент... Так, сколько процент воды на данной планете? Общая среда обитания, органическая, одноклеточная. Понятно, это жизнь физически. Атмосфера, гидросфера. Ага. Ну что ж, меня это радует. Вода, в принципе, 23,7. Содержание в атмосфере, гидросфера. Так, ну все, окей. Здесь 100% через некоторое прошествие еще 1 миллиарда лет по-любому должна зародиться жизнь. Меня все время интересовало, и почему вот такие вот горы, скалы, да, на планетах. Ну, не знаю, какие-то закругленные в основном на всех планетах с жизнью. Я не видел пока еще каких-то заостренных гор, скал. Мы потихонечку входим в атмосферу. Так, атмосферное давление пониженное, чем на Земле. 0,35, когда на Земле 1, по-моему. Мы почти спустились. Надо немножко замедлять скорость. Высота. Высота 12. 11. А, нет, высота 23 километра. Мы входим в плотные слои атмосферы. Как бы не обгореть здесь. По-моему, до Солнечной системы 400 световых лет. Да, я уже просто не помню. 400 световых лет. Это огромное расстояние. Ну, чувствуется все-таки плотная атмосфера, голубое небо. Интересно, какие созвездия здесь можно будет увидеть? Вот такие скальные образования. Воды на планете не очень много. Но, видимо, когда-то, я так думаю, что эта планета была полностью затоплена, потому что на горах, посмотрите, обратите внимание, различные грунтовые отложения. Слои. Возможно, это какая-то глина, не знаю, что это. И мы на поверхности. Высота поверхность моря 60 метров, 30 метров, 20. И мы с вами на высохшей поверхности планеты. Очень напоминает поверхность планеты Земля, да, в какой-нибудь пустыне Сахара, еще где-нибудь в жарких таких местах на нашей Земле. Так, солнечные сутки 42 часа. А насколько близко, подождите, насколько близко у нас находится Луна? Так, расстояние 83 тысячи километров. Да, это, знаете, планета Земля на ранних порах, но немножко, конечно, почему-то здесь очень замедлен ход
времени. Возможно, планету жестко постоянно, не знаю, бомбили астероиды, либо были какие-то столкновения, либо еще что-то, какие-то изменения. Сейчас мы перелетим на ту сторону, где видно Луну. Посмотрим, насколько близко ее видно с этой планеты. 42 часа. На расстоянии... Луна находится на расстоянии 80 тысяч километров. И мне интересно, почему... день идет 42 часа. Ведь наоборот, должен быть ускоренный ход времени. Приливные силы гравитации данной Луны должны, наоборот, как бы немножко ускорять движение этой планеты. Непонятно, почему так. Ну, хорошо, ладно. Я где-то здесь уже только что видел, пока идет прогрузка у нас поверхности, только что видел какие-то озера, либо реки. Так, ну если давайте взлетим немножко повыше и вообще сейчас переместимся где туда, где есть вода. Отсюда прям вот отчетливо я же видел. Не пойму. Так. Северное сияние. А, вот реки. Ну, здесь, по-моему... Подождите, высохшие русла реки. Нет, есть вода. Вода есть, да. Она присутствует. Было бы классно, если бы еще бы впадал в какой-нибудь огромный океан, знаете, да? Аккуратно. Растительности как таковой я не вижу, но планета имеет такой зеленоватый цвет. Скорее всего, здесь, да, какие-то первые, наверное, мхи появляются. Что-то в этом роде. Вот вода. Она есть. Температура вот здесь, на поверхности, я так понимаю, мы находимся сейчас на экваторе данной планеты. И здесь 60 градусов по Цельсию. Ну, можно сказать, что, наверное, все-таки атмосфера не очень плотная на этой планете. Хотя могу ошибаться. Что можно интересного еще здесь увидеть? Я пока даже не могу себе представить. Так, я хочу отключить вот эту статистику с левой стороны. Она мне очень мешает. Но здесь очень много... На скалах видно горных всяких отложений. Планета, наверное, да, скорее всего, когда-то была полностью затоплена водой. Сейчас мы с вами немножко пролетим, наверное, я думаю, на страннике. Над всем этим красивым миром. А дальше с вами посмотрим, как могла бы вообще выглядеть жизнь на планете, если бы была бы растительность. Потому что жизнь на... полностью жизнь многоклеточная на этой планете будет не скоро. Планета только начала свою жизнь, но очень идет очень медленный процесс. Пишите в комментариях свои догадки, почему так. За 2 миллиарда лет и только органическая жизнь, больше ничего. Так, ладно. Ну что же, пролетим, давайте.
Да, конечно, пролет и путешествие на страннике был маленьким, недостаточно великолепным, возможно, кому-то могло показаться. Но мы только начинаем, друзья. И как бы могла выглядеть жизнь и растительность на данной планете? Ну, возможно, вот так. Деревья. Не хватает только людей. Ну, возможно, и на этой планете, как я вам говорил, через миллионы, миллиарды лет будут такие же существа, как мы с вами. А возможно, эта планета приобретет иной вид. И будут иные миры. А может быть, эта планета через несколько миллионов лет, через тысячи лет, через сотни лет погибнет. И здесь ничего такого вот прекрасного, таких видов мы с вами никогда не увидим. Ну что же, если тебе понравилось данное путешествие, обязательно ставь пальчик вверх, подписывайся на канал, жми колокольчик, дабы не пропускать наши новые путешествия. И помните, друзья, что Вселенная и космос бесконечны, и мы только начинаем свое путешествие в нем. Всем пока, до новых встреч, всем новых открытий. Пока. Ну а мы отправляемся в следующее путешествие. Не пропустите.